Мы тянем. И у нас все сделали. И в том, что любой и мы вам могут превратить ее в стартап. Вот для получения стартапа. Мы финансируем науку. И по этой части у нас биофармацевтика располагается. И октамида, вот это с нами применяется. Начали миллионов доз в Узбекистане было принято. 80% населения этой вакцины вакцинировано. И плюс еще, дайте мне вот это, то, что природных растений они делают, но это таблетки, это уже отдельные молекулы. Проблема диабетическая стопа. То есть пухает, что ли? Нет, там язвочки. По областям они производство налаживаются производство. Оборудование. Единственная Средняя Азия фирма. А вот она, что? А да, там не надо.